Итак, мы уже на пятом уровне. И первое, что я тут люблю делать, особенно когда оказываюсь с пистолетом, это подбирать дробовик. Быстренько убить этих ребят. Поздороваться с этими. И бежать в открытую стену сюда. Избавимся от этих вот быстренько. Берем синюю сферу и ждем, пока большие ребята поубивают друг друга. Давайте побольше сюда привлечем. Вот так вот. Это гораздо быстрее и, я не знаю, наверное, более веселее, чем просто их расстреливать из дробовика того самого. К тому же патронов может и не хватить. Когда начинаешь с чистого старта, это, мне кажется, самый адекватный вариант разобраться с монстрами в начальной комнате. Все, добиваем этого Хеллнайта. И, как мы можем видеть, все чисто. Заберем все, здесь плохо лежит. Это все пригодится, так или иначе. Готовим миниган и... поливаем свисом все, что есть, особенно вон только в тельку. Отлично. Теперь будет немножко скучная часть. Я хочу заранее расстрелять вот этих вот кокодемонов, потому что они будут мешать в ближайшем будущем. Мешать даже не своими атаками, а своим телом. Как мы помним, противники в Думе имеют бесконечную высоту, так что... можно будет на них напороться, даже когда они над головой. И это сильно мешает. Ну ладно. Так, вот этого еще паренька. Открываем вот эту стену и не нажимаем пока вот этот переключатель. Этим мы займемся позже. Лучше откроем вот эту стену. За ней еще один кокодемон. О, да. Вы полюбите кокодемонов за время прохождения этой карты. Выходим на улицу. Так, теперь нам нужно выбежать вот сюда и постараться убить вон тех импов. На ревенантов пока внимания не обращаем, жмем этот переключатель, чтобы открыть себе путь дальше. Вот видите, да, меня кокодемон только что заблокировал немножко. Ай. Поднимаемся сюда, просачиваемся внутрь и уже здесь отстреливаем набежавших. Ревенанты уже там кого-то бьют, это хорошо. Так, это должен быть мертв. Замечательно. Так, нажимаем переключатель, который охраняли импы. Он нам опустит платформу с гранатометом. С ракетницей, простите. Забираем ее и... идем вот сюда. Я надеялся, что Хеллнайта заденут ревенантов, но что-то вроде этим не пахнет. Займусь ими сам. Поэкономим немножко ракеты. Их здесь не так много. Так, ну здесь вроде чисто. Берем эти коробки. И продвигаемся вот в эту зону. Я не доверяю этим пулеметчикам. Чуть что, они могут открыть огонь. Ну ладно. Да, вот о чем я и говорил.
Сбиваем ревенантов из ракетницы. Еще один вылез. Расстреливаем этих импов. Там еще один. Отлично. Забираем здесь берсерк. И нам дадут кое-кого побить с его помощью. Файт. Вот так вот. Отлично. Так, у нас есть желтый череп. Давайте нажмем вот эту вот кнопку. Там открылись только что стены с хеллнайтами, но с ними мы разберемся чуть позже. Хотя нет, лучше сейчас, а то они могут закрыть нас в этом помещении. Быстро расстреляю все вот это вот. Можно добить оставшихся. Ладно, тебе я добью. И тебя тоже. Ну все, этих уже можно, я думаю, побить. А здесь патроны лежат. Давайте заберем их. Шумят там за стенами. Открываем эту штуку, и здесь нас ждут ревенанты. Количество двух штук и им, по-моему, один. Может быть. Ой. Не знаю, зачем я это сделал, но, конечно. Можно более безопасно отстрелить ревенантов вот отсюда. Надо избавиться от этой ракеты. Отлично. Эй, а тебе там нормально? Чуть было не было. Отлично, с ним справились. Берем синий череп. Опять же, не торопимся нажимать эту кнопку, а лучше нажмем вот эту. Здесь нас ждет имп. Разворачиваемся, жмем эту. И нам открывается стена. Нажав вот это, на этого льва, мы опустим карту. Возьмем бензопилу и выпустим кучу... Ой, как-то за спиной оказался. Выпустим на волю кучу спектров, которых мы тут же забьем, да, собственно. Дальше можно выйти вот отсюда. Так, ну и теперь можно нажимать этот переключатель, я думаю, да. Выпускаем хеллайтов таким образом. И в комнате за решеткой тоже появляются ребята. Отлично. Попробую их из-за решетки выцелить. Ай. Ладно. Пойду, короче, так его застрелю. Отлично. Там у нас уже ждут ребята. Я думаю, потом я ими займусь. Для начала мы воспользуемся синим черепом и... А, да, у меня нет ракет. Классно, поэкономил. Ладно, придется расстрелять этих негодяев из дробовика. Ничего. Ой. Так, аптечка.
Поет, мы живем. Здесь нас ждет супер дробовик. И еще куча демонов. Выцелю импов таким образом. Когда будут большие ребята подступать, можно их и супер дробовика покрошить. Я, наверное, как будет момент, пробую проскочить. Потому что их расстреливать сейчас это такое себе, все равно все эти. Да. Все равно все это пространство вскоре наполнится разнообразными ребятами. Или добить их, не знаю. Да, лучше добью, так спокойнее. Так, посмотрим, как дела у этих ребят. Пускай они друг в дружку постреляют немного. Не хотят, ну ладно. Открываем вот стену с этой пиктограммой. И кто бы мог подумать, здесь как-то демон. Здесь также уличная зона, скажем так. Ревенант, к сожалению, ни в кого не хочет стрелять. Ладно, сам всех убью. А, вот он попал как и демона, но уже поздно. Может, эти постреляют? Тоже не хотят. Ладно. Вот этот переключатель опустит платформу, где был ревенант. И выпустит пинки. На платформе мы забираем синюю броню, разбиваем пинки лица. Заберем вот эти вот вещи из их пещеры. И... Так, ребята меня нервировать начинают. Открываем эту дверь. И я думаю, можно заняться уже уничтожением этих солдат. Эта кнопка откроет решетки. С той стороны. Где-то там. Ладно. А, все-таки вернулся. Окей. Жмем этот переключатель, который нам опустит красный череп и выпустит еще много всяческих тварей. Я тут своего рода запер, так что придется их как-нибудь... Да, придется их просто убить. О. Так, а демон против Хеллнайта. Разумеется, выиграет Хеллнайт, поэтому я помогу немножко как демону. Ай, зараза. Так, ладно. Не будем выпендриваться лишний раз. О, привет. Что? Да, я именно хотел его побить. Так, отлично. Манкубус порешал как и демона, а мы сейчас порешаем Манкубуса. Отомстим за томатик. Ай. Так, здесь еще есть боеприпасы. Из открытой стены. Окей, забираем красный череп. Я его не забрал, конечно же, блин. Ну ладно. Мы еще вернемся сюда.
Я думаю, выйти вот сюда. У нас есть прекрасный проход. Может быть, вот так вот немножко сделаем. Я все-таки надеюсь, что демоны будут друг с другом воевать. Пинки там едят уже кого-то. Так, а демоны тоже не скучают. Так. Побьем вот этого вот. Поэкономим патроны. Становится шумно. Так, здесь, по-моему, да, здесь нельзя вернуться. Ну ладно. Супер дробовик нам во всем поможет. Нет таких ситуаций, которых бы не исправил супер дробовик. Потому что он шикарен. Так. Кто там у нас еще остался? Никто ни с кем воевать не хочет. Ладно. В этой комнате, как мы видим, открылись еще вот эти вот стены в уголках. Ай. А также некоторые проходы прямо за решетки. Берем все вот эти вот прелести. Так, ага. Тут еще есть выжившие. Оу. Задыхай с этой стороны. Что-то такое уворотливое-то, а? От этого не увернешься. Вроде бы так. Да. Воспользуемся красным черепом, открываем эту дверь. Аккуратненько, методично расстреляем вот этих вот живодеев. Я, пожалуй, зайду вон с той стороны. Да. Потому что мы можем еще и зайти вот отсюда, в эту комнату. У нас кончаются патроны. Именно поэтому я старался при любой более-менее удачной возможности бить демонов. Ну, благо тут еще есть. Я старался отстреливать этих импов более-менее аккуратно, чтобы раньше времени не разбудить манкубусов. Так, пару хороших ракет. Отлично. Вот эта штука сейчас откроется, как только мы пройдем вот сюда. Да. И там будет кое-кто очень мерзкий. Да. Это именно оно. Тефтелина. Надо будет. Да. Не дадим ему ни шанса. Все, отлично. Можно теперь разбираться с другими. Зайду с другой стороны, а то там чересчур людно. Да что ты.
отлично. А, нет? Я думал, он побежал мстить тому имбу. Ну да ладно. Так, этого побьем, этого побьем. И этого побьем. Почему нет? И... Это все? Осталось только вот этого скина. Так, 240 из 240. 8 из 8 секретов. Все. Мы закончили. Можно выходить с уровня. Не знаю, зачем я это собрал, но я это собрал. Все равно на следующий уровень все не перенесется, потому что, как мы знаем, чистый старт. Только с пистолетом, только по хардкору и так далее. Еще и с геймпадом. Эх. Но, тем не менее. Я обожаю этот уровень. Он достаточно сложный в плане... Ну, когда именно начинаешь с пистолетом его, потому что... Ты вот буквально выходишь в коридор, тут тебе и Hell Knight, тут тебе Манкубус, тут тебе все вот эти вот ребята, а ты такой несчастный с одним дробовиком и типа, а как мне с этим всем бороться, ну? Немного поизучав карту, ты понимаешь, ну, по крайней мере, я вот для себя именно такую тактику избрал. Опять же, очень хороший дизайн уровня, то, что там стены какие-то открываются, там проходы вот из вот всего. Коридорчики, уличные зоны. Отличный воин. Прям, ну... Ну, прям отличный. Ладно. Так. Я пока не уверен, что будет следующим на канале. Скорее всего, это будет Serious on Bright Island, который я не так давно начал. Так что... В общем, следите за тем, что интересует. Спасибо за просмотр. И всего доброго.